Держать в тонусе тело и тренировать интеллект. Первоуральские полицейские провели умную зарядку. Ее участниками стали волонтеры, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Это уже вторая подобная акция, которую блюстители порядка организовали в этом году. Мы очень надеемся, что впереди будут еще какие-то другие мероприятия, которые также будут направлены на пропаганду здорового образа жизни, ну и для более тесного взаимодействия сотрудников полиции просто с обычными гражданами. Акцию приурочили ко дню физкультурника. Полицейские устроили викторину о спорте и здоровом образе жизни. По правилам участники отвечают на вопросы и за каждый правильный ответ получают специальные жетоны. По итогам соревнования организаторы награждают самых эрудированных игроков почетными грамотами. Без подарков, впрочем, не остается никто. Каждый получает приз за участие. Но главным подарком становится хорошее настроение и заряд бодрости. После умной зарядки ее участники продолжили активно отдыхать. Соревновались в меткости, для этого выбрали игру в дартс. Все ребята были довольны. Во-первых, то, что они знали, возобновили в памяти в своей, вспомнили, пообщались. И видите, даже мероприятие закончилось, но они не спешат разбегаться по домам.